The Emperor has been expecting you. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Павла Ларина. Чтобы своевременно узнавать о выходе новых видео, ты можешь нажать на колокольчик рядом с кнопкой «Подписка оформлена». Ну а мы продолжаем наш цикл коротких видео о персонажах спин-оффа «Звездных войн» под названием «Изгой-1» – «The Rogue One», которые позволят вам лучше понять происходящее на экране во время просмотра этого фильма. Ну и, конечно же, никаких спойлеров. Вся информация, которую я сегодня до вас донесу, взята из открытых источников, которые давным-давно опубликованы. Сегодня наша речь пойдет о Бейзе Мальбусе, одном из основных персонажей фильма «Изгой-1». О его прошлом известно очень мало, и также, как его ближайший друг по имени Чирруд Имве, о котором я, кстати, уже сделал видео, Бейз Мальбус получит свою расширенную предысторию лишь в романе «Изгой-1. Бейз и Чирруд», который будет выпущен в 2017 году и расскажет нам о том, что происходило с этими, на мой взгляд, крайне интересными героями в прошлом. О роде деятельности этого человека неизвестно практически ничего, хотя, судя по статье на Википедии, этот персонаж зарабатывал на жизнь работой наемного убийцы, а когда Альянс Повстанцев впервые заявил о себе как о силе, с которой стоит считаться, Бейз Мальбус вступил в ряды восстания, и вместе с Джин Эрсо и командой «Изгой-1» он принимал участие в той самой знаменитой операции, посвященной похищению планов Звезды Смерти. Как я уже говорил в одном из своих видео, у меня есть крайне стойкие и, на мой взгляд, абсолютно обоснованные подозрения касательно того, что Чирруд Имве является чувствителем к силе индивидуумом. А когда он в новом трейлере подбил истребитель SED выстрелом из своего арбалета, никаких сомнений у меня не осталось. Впрочем, как указано в тех источниках, которые я читал, Бейз Мальбус считался, так сказать, поводырем и постоянным помощником Чирута. И в той сцене, где он в одиночку буквально за секунду расправляется с целым отрядом штурмовиков, мы можем увидеть его боевые навыки во всей красе. После подобных сцен у меня в голове появляется стойкое ощущение того, что этот персонаж тоже является чувствителем к силе. Впрочем, это всего лишь теория. Ну а на этом моменте мы сегодня и закончим наше повествование. Спасибо, что ты уделил время просмотру этого видео. Если оно тебе понравилось, то не забудь оставить лайк и подписаться, чтобы следить за выходом новых роликов. Я также буду тебе очень благодарен, если ты подпишешься на мою группу ВК. Ссылку на нее я дал в описании. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. Спасибо за просмотр, и да пребудет с тобой сила. Всегда.